Привет, мир! На Белон ТВ. Мы, короче, вот когда сейчас поели и решили, у меня фильтр валяется в машине воздушный для мотора. Уже не знаю, сколько в багажнике, наверное, недели три. И решили поменять. А в городе негде. И думали, думали, может быть здесь, короче. Ну, попробуем здесь. Сейчас я покажу его, как он выглядит. Я заказал его еще в Германии. В этом сайте. Именно вот здесь заказывайте, кто в Германии живет. KFC Teile 24. Вообще классная вещь, дешево получается. И когда вы у них клиентом становитесь, ну вообще там они дорожат вами, короче. Сейчас открою, посмотрим. Вот, DHL, ну это по-немецки, там, где мои родители живут, вот. Кстати, если кто-то там мне хотел подарки присылать, пожалуйста, милости просим вот на этот адрес. Сейчас настроится, вот. Вот в Германии. Я иногда появляюсь в Германии и забираю эти вещи. Ну, там кто-то мне мог присылать, хотели открывашки для пива, потому что знают, что я люблю их. Вот, можете присылать, но просто я не нахожусь в Германии часто, поэтому. И вот стоит 27,94 этот фильтр вместе с доставкой. И фильтр называется МАН. Вот такой МАН фильтр. Ну-ка, какой он внутри. Во. Это все потом выкинуть надо. Розовенький. Оранжевенький или розовый? Розовый. А, здесь розовый. Ну. Такой приятный. Ага, такая резина интересная, да? Это силикон, не резина. Силикон, чтобы он плотно входил. Сейчас, короче, вытащим тот фильтр и не будем знать, как вставляется этот. Будем вызывать механиков. Так, здесь я еще ничего ни разу в жизни не разбирал, но поскольку в Мерседесе все логически, или как это логично, я возьму сейчас отвертку по-быстрому. Такой набор называется КТМ. Это мотоциклы КТМ делают в Австрии, от того места недалеко, где я жил. Вот такой вот шикарнейший наборчик, вечный. Ему уже лет 5 мне брат подарил, Макс. Кстати, заходите на канал Макс Белон, он у меня в интересных каналах. Смотрите, брат снимает про Германию и Австрию. Я же уже не снимаю про это. Вот. Для этого я просто возьму, сделаю отвертку себе. Ну, это все знают, это легко. Там. Вот. А супер прочный этот, как его, инструмент. Вообще, я что только ими не крутил, и у них вот эти штуки не ломаются, всякие насадки. А если насадки как-то умудритесь поломать, то их можно купить новые. Я это все уберу, чтобы не упало на землю и не искать потом это полдня. Вот такие защелки здесь. Я делаю это в первый раз. Вот такие. Оп. Не знаю, есть там дальше. Нет. Ну, скорее всего, и на этой стороне точно такие же. Нет, нет. А. Ту штуку, походу, и не надо было даже снимать. Блин, у меня же перчатки есть. Сейчас я. Птички красиво чирикают. Да, сейчас надо минуточку записать. Я как настоящий бюргер вожу с собой перчатки. Так, во. Да. Класс. Немецкий. Вот. И теперь можно не, ну, не боясь замораться, искать фильтр воздушный. Фильтр где-то есть, где-то такая хрень должна быть, скорее всего здесь. А, вот он, сейчас я где-то. Сейчас гляну сюда.
У меня была Бэха пятерка, я ее прикинь, она у меня была трехцилиндровая, о, шестицилиндровая. И у меня вот эта штука, здесь она алюминиевая, это правильно сделано. А на Бэхах, на 525-х, она пластиковая, такой твердый пластик. И она у меня сломалась. Ну, щели, короче, появились, и она брала воздух. И поэтому она хреново работала неправильно. Да я сюда перейду. Вот. Сейчас тут еще одна защелка есть такая. Вот. И вышло так, что мне... О, еще одна защелка, даже две. Вышло так, что тот чувак, который мне продал, ну, автодилер, он мне ее купил. И я все сам разобрал. Что сам вот сделал. Это такое? А? Вот это что? Это града мне побило, когда. Угу. Пробило. Сними сюда, смотри, какой фильтр стал. Охренеть! Смотри, о, тут все. Листочки вообще, из брюги. Ага, а знаете, камушек как... из Парижа. Знаешь, как это делать сейчас, по идее, как это надо делать? Нужно брать пресс-воздух или как пресс-люфт. Я не знаю, как это по-русски. Вот это все... Сперва выдувать, а потом вытаскивать фильтр. Потому что вот это все сейчас попадет внутрь вот этого кожуха. А нам это не нужно. Ну, в принципе, ничего страшного, но... Надо было фен с собой взять. Да. В принципе, нехорошо. Во. Пойдем посмотрим, сколько в нем пыли. А что ты взял? Я просто ударил его кто-нибудь. Вот какой он черный стал, прикинь. А марка у него Mercedes-Benz. Made in Austria. Делаются эти фильтра. Тот тоже? А тот немецкий. Ман. Смотри. Сколько с него летит вот этой дряни всей. Смотри, сколько пыли. Я когда машину купил, на ней было 50 тысяч пробега. Я думаю, это здесь можно встать. 50 тысяч пробега было. Я ни разу не менял его, представляешь? Вообще офигеть. Так. Берем новый фильтр. И вставляем его назад. Там почистить не нужно? Можно. Сейчас я вот это закрою и дуну туда. Не знаю, попал мне в рот, нет, но я плюну на всякий случай. Все, чисто. Теперь надо подумать, как его вставить, потому что я не смотрел, как он вставляется. Как я его вытаскивал, я не смотрел. Черт. Это уже, конечно, не круто. Может, по видеозаписи посмотрим? Да? Да. Ну, давай, выключай. Так, мы сейчас посмотрели по видео, как это менять. Просто вставляем эту вещь сюда. Но надо тоже смотреть. Здесь какой-то есть... Как пазл такая штука. Видимо, вот это вот... Видимо, невидимо. Ну-ка, будем пробовать, короче. Засовываем ее сюда плотничком. Как она должна залезть? Я не представляю. Пробуем закрыть. Если она не закрывается, то значит что-то не так. Короче, я сделал маленько неправильно то, что... Я не посмотрел сперва. Это был мой минус. Понял. Вот так вот. Она где-то должна попасть. Такую хрень. Вот. Или? Потому что здесь есть штука такая. Вот это, короче, должна зайти... А, вот, вот, вот здесь вот дырочка, и там такая вилка, она должна попасть туда, и тогда будет все путем, она вот так вот закроет ее. А снизу те дырочки не должны попасть в те палочки? Ну, она там и стоит уже. В палочках? Как я думаю, насколько мне кажется.
вообще. Судя по всему, нет. Нет, значит, она там не стоит. Ну чё, что тебе надо? Думаем дальше. Ну вот, как я и говорил, ее надо было просто сюда маленько хорошо надеть. И вот этой штукой, там точно такая же штука снизу, попасть в такую вилочку. Вот. Сейчас я ее поставил на место, надо убедиться, что она реально там стоит, везде на месте, чтобы вот эти, как называют, вот эти все штуки стояли на месте и хорошо потом сели. Во! Вот сейчас она села. И просто начинаем так чак, чак, защелкивать их. Вот здесь вот нужна с этой стороны лучшая отвертка, потому что этой отверткой не везде залезешь. Имейте в виду, что вам тонкая отвертка нужна будет. Но все равно можно как-то решить эту проблему. Сейчас мне еще осталось две вещи защелкнуть и все. Иди сюда. Короче, если это не защелкнуть, будет проблема. Но я это сделаю, я же докопаюсь до нее. Один хрен. Можно даже просто палочку какую-нибудь взять, подцепить ее и защелкнуть. Нажми пока на паузу. Так, все. Я всегда делаю так. Когда что-то сделал, сразу на место. Иначе потом ничего не найдешь. Сразу убираем. Между прочим, это вещь не дешевая. По-моему, 60 евро стоила вот эта. Такая вот маленькая, ее жалко. Тем более это подарок. Так, мусор заберем с собой. Все, проверили, все сидит. И сейчас будет машина лучше тянуть и больше, меньше жрать. Потому что у нее реально было это, расход поднялся. Сейчас она будет 5 литров хавать, 4,8. Вот так вот. Все. Больше ничего не надо. Все готово. Все работает. Все. Всем большое спасибо за внимание. Кто делает такие вещи, мне нравится тоже, как Юра Индианаполис ремонтирует свои эти тормоза. Там он кому-то ремонтирует. Я один раз сел такой, вот так на диван лег, айфон поставил. И вот так чуть ли не засыпал, так интересно рассказывает, делает. Я люблю, когда кто-то что-то ремонтирует. Снимайте, показывайте, я тоже очень люблю. Все, всем большое спасибо. Пусть ваши машины не ломаются, меняйте вовремя масло и фильтры. Сервис.